Ось так впродовж 100 років змінювалася українська мода, проте незмінним залишається любов українців та й миколаївців до шоколаду. Ти знаєш, Відюню, що ще залишається незмінним? Це рекордсмен Миколаїв. Тому що на Миколаївщині взагалі останнім часом дуже багато рекордів покладено. А так дійсно. І ось цими днями в суботу на День міста буде створюватися іще один рекорд. І сподіваємося, що його буде зафіксовано. Саме з цього приводу до нашої студії завітав гість, якого ми раді вам представити. Вітаємо вас. До нас сьогодні завітав Микола Данцев, пан Шоколатьє, який буде розповідати про рекорд, який буде відбуватися вже завтра. Отож, вітаємо вас. Да, що за рекорд? Що готовим? Так, друзі, почнемо з того, що рекорд будет родом из детства. Это будет шоколадная колбаса. Шоколадная колбаска – это тот продукт, на котором мы выросли. Лично мое поколение, я люблю эту колбасу, это изделие. Итак, рекорд. В честь чего? Ну, традиционно это будет благотворительный рекорд. Mm-hmm. То есть все, кто захочет приобщиться к помощи Даши Вержаковской, делаю у девочки порог сердца, сможет купить маленький кусочек колбасы, и весь сбор средств от продажи шоколадной колбасы, шоколадного рекорда, mm-hmm. будет направлен на операцию с пороком сердца. Итак, рекорд. Какой рекорд? Четыре года назад в городе Италии, в стране Италия, mm-hmm. был поставлен рекорд 71 метр. Mm-hmm. Вот. Мы, когда после работы садились есть шоколадную колбаску, чай пить, вот, заканчивать смену, и девочки говорят, а почему бы не сделать какую-то такую невероятно большую какую-то колбасу, чтобы вот побить рекорд. Да. Сначала думали, считали, в итоге получается, что мы спокойно можем осилить 100 метров шоколадной колбасы. Uh-huh. Это будет стандарт настоящей колбасы с сырокопченой, 4,5 сантиметра в диаметре. Uh-huh. Вот, да. 100 метров мы делали где-то 2 недели. Мы собирали, то есть они из полметровой, угу. пол, так сказать, заготовок. То есть скажем так, будет собираться. Собираться, да, потому что для того, чтобы сделать колбасу, вот я сейчас вкратце скажу рецепт, угу. чтобы наши телезрители увидели и могли как бы немножко понять, какой процесс приготовления. Итак, ну, да. шоколадная колбаса. Это, которую мы видим вот да. сейчас. Мини-версия вот, у нас да, сейчас. Мини-версия, да, здесь всего лишь 10 сантиметров шоколадной колбасы, а нам надо 100 метров сделать. Итак, печенье, значит, на порцию шоколадной колбасы печенье нужно 300 грамм, орехов где-то полстакана, там почти стакан, сахара один стакан, сливочного масла где-то грамм 200 и молоко где-то 5-7 столовых ложек, может быть там чуть-чуть больше, какао 2-3 столовых ложки, но какао обязательно желательно брать. У нас этот стандарт называется брют. Почему у нас? Потому что у нас не такие стандарты, как в мире. Угу. Вот. То есть, видите, какая шоколадная колбаса темная. Да, да. А вот. Что имеется в виду вот под этим брюдом? Это темное какао. Темный угу. какао должен быть. Вот. Ванильного сахара можно, ну где-то там пачечку, две можно. Угу. Вот. И что получается? Значит, мы сахар, молоко, какао и греем на кипящей водяной бане. Угу. Потом добавляем туда сливочное масло. Когда оно там потомится, когда соединится какао-порошок, масло и угу. жидкость, то есть мы его откладываем остывать. После того, как остыло, можно уже туда вмешивать орехи, печенье. Угу. Что еще можно, допустим, ну это классический рецепт. Да, на любителя. Да, на любителя. Еще? Но, дорогие взрослые, вы не забывайте, что есть детки, поэтому это классический рецепт для деток. Что можно еще добавить? Можно добавить зефир, можно добавить мармелад, можно добавить курагу, изюм, да. Но, товарищи дети, вы не забывайте, что у вас есть родители, и туда можно добавить, например, ром или коньяк. Вот и это будет, даже. То есть, конечно, туда не нужно добавлять бутылку, но, например, там, если на порцию там на 300 грамм печенья, ну где-то там 2-3 столовых ложки коньяка можно mm-hmm. добавить. Это придаст аромат, это придаст пикантности. Колбаса, которая будет в 100 метров на нашей улице, самое главное, как я говорю, на сердце. На Соборной. Там будут, да, там будут тоже разные вкусы или один классический? Там будет классический вкус, потому что зефир, мармелад, ну, не все любят, не все mm-hmm. понимают, не всем можно. Вот, поэтому мы делаем классическую колбасу и будем mm-hmm. выкладывать для того, чтобы каждый желающий мог попробовать. Вот.
И вот, получается, мы присыпаем сахарной пудрой. Хотелось бы уточнить, когда именно будет проходить рекорд, когда могут Николаев... В субботу в 16:00 регистрация старт, рекорда. Старт это уже старт, это уже регистрация, это уже торжественное открытие. Но можно прийти пораньше, посмотреть, как колбаса как это делается. Как будет выкладываться, да, выкладывается, соединяться. Мы будем делать... Мы сначала думали, как сделать, но мы не смогли собрать... большое количество волонтеров, которые бы охраняли колбасу, потому что много желающих, которые при виде такого десерта могут просто потерять и начать есть его прямо там, да, да, потерять контроль над собой. Поэтому мы придумали так. Это будет 10-метровый большой стол. Шоколадная колбаса будет выкладываться змейкой, соединяться, и по 10 метров будет 10 полосочек, и примерно где-то там 10 сантиметров это будет вот это соединение. Соединение, разворот это. То есть даже получится больше 100 метров? Да, да. Ух да. ты! Да так, с запасом, чтобы никто уже не осмелился. Открою побежать, маленький да. секрет, 95, вот уже готово, все лежит, уже в морозилках. Надо к вам приходить, проверить, продегустировать. Да, продегустировать. Не, ну я думаю, что мы дегустировать мы сможем сейчас, да, вот получается. То есть вот такая красота. Вот такая красота, невероятно вкусный, и в традиционном, так называемом советском рецепте нет шоколада. Я рекомендую на 30 грамм печенье и на стакан сахара ложить еще где-то грамм 100-150 шоколада. Вот. Создает вкус, создает определенный аромат, и какао-продукт лучше соединяется. То есть какао-порошок дает больше такой насыщенность, вкус шоколада. Потому что как, все равно какао-порошок это отход от производства какао-масла, поэтому после того, как отжимают какао-масло, такие блоки остаются, потом их перетирают, получается какао-порошок. Вот. Но все-таки какао-масло вышло. И там какие-то маленькие остатки, конечно, есть, но как шоколад это какао-масло, поэтому лучше конечно, да. вмешать еще шоколад. Мы вмешиваем шоколад. Шоколада отлично. Много не бывает. Да, да, шоколад совершенно верно. Ну что ж, друзья, не забываем в субботу прийти в 16 уже регистрация рекорда, для но можно приходить, я думаю, в 7. Посмотреть на рекорд. В 15, и в 15 да, уже будет. Да, да, в 15 будет. Формироваться. Вот. А в 18 мы начинаем онлайн аукцион в Фейсбуке и будем продавать первые 10 метров шоколадной колбасы для того, чтобы собрать всю сумму средства. Друзья, вы понимаете, 10 метров, это же кушать не перекушать. Ох, сладко жить не запретишь.